конференции. Патрик Спаркс, игрок баскетбольного клуба Одесса. Ты такой курс. It was a tough game. Donetsk is a solid team, well coached. You know, we fought hard. We had a rough start, but I think we fought hard and you know, never gave up. So I think that's a good sign for the future. Была сегодня довольно сложная игра, очень интересная игра. Донецк неплохая, солидная команда. Мы старались как могли, мы отдавались игре, и я думаю, что это неплохой старт на будущее других игр. Вопросы к Патрику? Мы проиграли Донецку в агрессивности. Донецк играл сегодня без двух разыгрывающих. Мы пытались играть агрессивно, но в этом компоненте мы полностью Донецку проиграли. Плюс проиграли определенное количество подборов. Не так, как у нас это было раньше. Какой-то прогресс в этом направлении имеется. Но, еще раз повторюсь, проиграли в агрессивности и, наверное, в четкости и в слаженности. Потому что Донецк играл всю игру очень четко, слаженно, как в защите, так и в нападении. Мы только собрались, скажем так, уже наконец-то в полном составе. Будем работать, думаю, что... Такой четкости и слаженности, как у Донецка, в принципе, можно позавидовать, и к такой игре надо стремиться. Она приносит результат положительно. А чего не хватило в последние минуты? Был шанс вырвать победу? Да, шанс был, но в концовке это где-то удача, где-то уверенность. То есть Донецк укомплектован очень, скажем так, опытными игроками. Тот же Хукич, Цветкович, поигравший на... очень хорошем уровне, Эдвардс, и если у Хукича в решающий момент рука не дрогнула, то есть с таким колоссальным опытом игры в Европе человек обычно в концовках выглядит предпочтительнее, чем игроки. Я не могу сказать, что у нас неопытные игроки, но вот именно в концовке, может быть, где-то не хватило какой-то суперуверенности в своих силах, может быть, не хватило каких-то более слаженных действий. То есть мы ошиблись, а Донецк нас сразу же наказал, причем дважды. Поэтому это и решило исход матча. А в той атаке, когда американский легионер полез на двоих, он должен был играть иначе, на ваш взгляд? Ну, немножко была другая установка. Но это был ключевой эпизод, после которого вы уже поняли, что... Там было два эпизода ключевых, когда мы перехватили мяч, и один из наших игроков не забил со средней дистанции. И... Но я не могу сказать, что именно они из-за этого не дали возможность нашей команде выиграть. Игра была, в принципе, не могу сказать, что проиграна до этого, но Донецк контролировал ход игры, всю игру. И даже когда мы приближались в счете, нам не хватило вот именно той строгости и уверенности, которую на протяжении всего матча демонстрировал Донецк. Я думаю, что вот в этом и был залог сегодняшнего успеха Донецка. Вот этой строгости, четкости, вот отлаженности действий, чего нам не хватило. Спасибо. Спасибо.